Москва, 1 июля, РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства Совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях Алеппо 1, Латакия 4, говорится в документе на сайте Минобороны. Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1 гуманитарную акцию. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2,7 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 180 человек, добавили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним – 234. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».